Ne aflăm la Lipcani, un vântoaică strașnică. De Clăbricință a rămas așa un placat mare cu "Eu iubesc Briceni". Aici am găsit "Eu iubesc Lipcani" în Lipcani. Valeriu Gheorghe, Черпе центра. Да, это геометрический центр застроенной территории нашего поселка. А пойдем дальше, посмотрим. Да. Как у вас насчет непосредственно мусора в Черпе, там? Да, да. Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя. Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Ничего, я пока подышу. Подышу воздухом. А то все кабинет. A trecut o perioadă de timp și ne gândeam că la Lipcani, aici unde am mai făcut filmări, s-a făcut curat. Domnul Dinu Păraliu cu ecologie. Vă arătăm unde e de făcut bani aici. Amendă pentru stat. Dar uitați-vă și în partea de în spate, tot un an în urmă erau aceste semne și acum tot, oare primarul nu le-a văzut, pentru așa semne spune 10 sau 20 de mii amendă. A, uitați-vă ce se petrece aici. Chiar lângă calea ferată. Валерий Георгиевич, еще говорим о коронавирусе. Что творится здесь? Год назад мы проводили, сняли репортаж. Это один из элементов инфраструктуры железнодорожного полотна, который стекает в речку. Вы потянули эти, как называется неправильно, ограждение, тросы. Трос ограждения. Да, а то может и кто-то попасть запросто, сюда. Да. Вот никакого внимания. Домну Баралюк, ждите гостей с видео. Это аша, информация выдела аргументы и факты про коронавирус. Георгиевич, а здесь что такое? В центре... Еще один пример замусоривания твердыми бытовыми отходами. Территории, заброшенная территория, разрушенный дом, и вот что мы наблюдаем. Да, но прямо возле этого дома люди здесь не обижаются, что такой бардак здесь? Не обратились, интересно, к примарю? Затрудняюсь, я не контролирую этот вопрос. Наверняка люди, конечно, что они будут бежать от восторга, что ли, когда такое вот непосредственно от дома творится. Как вы думаете, вот все-таки здесь есть эти таблички, которые предупреждают? Но раньше было вот написано: свалка мусора строго запрещена, штраф 50 лей. Ага, не рублей, еще новые. И свалка мусора запрещена, штраф 1000 лей. Ну и несмотря на запрещающую табличку, мы видим, все равно осуществляется неконтролируемый сброс твердых бытовых отходов. Поэтому много это или мало, пока процесс не останавливается. Таким вы не хотели попасть в этот список штрафников? Кстати, где вы носите мусор? Или есть у вас... Нет, у меня договор с коммунальными службами. Есть мусорный ящик, оплачиваем. Три леи? Ну да, шесть леи. Слушайте, откуда у вас такие цены дешевые? У нас 50 лей. Так определено городской коммунальной службой такая такса. Чей туфля? Мое. Спасибо. Очень хорошая прическа у меня на фоне ветра.
cu activistul civic Valeriu Gheorghe din Lipcani, om de aur. Fost viceprimar, da? Bravo! Чуть не сказал Виктор Федорович, привык с Виктором Федоровичем репортаж делать. Валерий Георгиевич, что это за война была здесь? Ну, несколько лет назад здесь дом этот сгорел вследствие возгорания вместе с жильцами. Заброшенная территория. И, к сожалению, несмотря на невысокий тариф, установленный городскими коммунальными службами на сбор твердых бытовых отходов, вот осуществляется замусоривание, значит, прямо непосредственно в черте населенного пункта, как мы видим. Это Ведетчика, умирающий город Липкан, или не так? Да, к сожалению, наблюдается деградация, депрессия, бесперспективность в нашем родном городке. К сожалению, это так. Помогите! Спасите! Сас! Кураж ТВ. Либертатенникс примари. Кроєштиц Либертате. Thank you.
Кураж ТВ. Либертатенникс примари. Кроєштіц, Либертатя.